Здрасте, что не спится? Не даю спать. Как я не даю спать? Что случилось? Превышение скорости. Какое превышение скорости? Документ можно. Вот радар где? Вон там стоит. Ну принеси, покажи. Пойдем. Не пойду никуда. О, а что, устали, да? Да, устал. Момент можно? Нет. Документ можно, хорошо. Причина остановки? Я объяснил. Что... Причина... Покажите мне ваш радар. Скорость. Покажите там, ваш стоит. Радар. Там, где там? Давайте сюда несите. Давай. Бегом, неси. Хорошо, несу тогда. Давай. Подождите. Давай. Ехали 60. Вообще дурак. Реально 60 ехали. Тупо разводит, короче. Вон он, начальник идет. Без радара. Без радара идет. Есть типа книжки? Вечер добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдемте, я вам радар покажу. Я здесь посижу, спасибо. Нет, уважаемый. Я здесь посижу. Слушайте меня внимательно. Я не выйду из машины. Как вас зовут? Можно ваше служебное удостоверение, я запишу ваши данные, потому что я не знаю, что... У меня вот камера стоит, вот, регистратор, сколько я ехал. Товарищ инспектор говорит, что у меня превышение якобы. 89. Вот. А я подам на вас в суд за то, что вы... Вы знаете, что вы делаете. Что я делаю? Я ничего не делаю. Откройте, пожалуйста. Что вы хотите от меня? Вы что хотите от меня? Ночная мобильная группа. Ну, так, теперь уже ночная мобильная группа или я скорость превысил? А? Я скорость превысил? Нарушение. Ну, принесите, покажите мое нарушение, пожалуйста. Она не выходит, брат. Ну, как она не выходит? Она на прикрытии стоит. На прикрытии стоит. Ну. Пойдемте. Я здесь посижу, я из машины выходить никуда не буду. А что, машину сюда привинить надо? Ну я могу назад знать, если вы хотите. Назад давай, давайте тогда. Пускай стоит. 3 это не моя скорость. 3 минуты, Хорошо, давайте составляйте протокол. А я в ответ вам напишу то, что вы стоите ночью не на служебной машине, а на остановке. Хорошо, давайте. Сейчас я припаркуюсь вот сюда. Реально, пойдем в суд подавать на них. Да. Составляет протокол. 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 Не, ну 89, если бы мы на самом деле ехали, да? 89, это уже превышение на 20 километров. Ой, на 30. Так, можно ваши полностью документы? Я запишу себе на всякий случай. Да. Я вам полностью дам. Да, давайте. Протокол, все, данные все есть там. Да, давайте. Документы ваши, пожалуйста. Только вот этого товарища инспектора, потому что он меня остановил, да, и смотри, он будет составлять протокол. Нет. Документы давайте, пожалуйста, ваши. Вот мой знак. Вы обязаны предоставить документы служебного удостоверения в развернутом виде. Значок и погон вот. Вы обязаны предоставить... Нет, не верю. Не верите? Нет, не верю. Дайте документы тогда. Вы обязаны предоставить служебное удостоверение в развернутом виде. Вы приказ министра читали вообще? Вы знаете законы? На минутку можно? Выйдите, пожалуйста. На минутку выйдите. Зачем вам на минутку выйти? Как вас звать? Максим меня зовут. На минутку можно? Я здесь посижу, спасибо. Хорошо. На минутку можно? Макс, слышишь? Я здесь посижу, спасибо. Макс, выйдите, пожалуйста. Что так агрессивный, брат? Потому что пытается мне, якобы я нарушил. Мне еще вон там, знаете, выше Манасы поморгали, ехал 60. Это первое. Во-вторых, я никогда не нарушаю. Подожди, брат. Хорошо. Вы думаете, это не ваша скорость? Я не думаю, я уверен в том, что это не моя скорость. Да, на 100%. 60 км в час в правом ряду.
60. Нет, 60 я ехал в правом ряду. А 90 я ехал до знака Манас. До знака Манас? До знака Манас, где начинается знак Манас, село. Подожди, Макс. Да. После знака населенный пункт. Ехал, да? Населенный пункт, да. После знака уже 60 ехал. После знака я ехал ровно 60 км в час. В правом ряду. Даже, может быть, и меньше было. Джалзовский на один был? Я ехал один, да. Всего была одна машина. Одна машина была? Да, была всего одна машина. Я ехал. Тогда радар не может ошибаться. Вы знаете, я не знаю, может быть, что-то с вашим радаром, но я ехал один. Да. Вы перед один, сзади тоже машина не было. Правильно? Может быть, сзади кто-то и был, я в заднее зеркало не смотрел. Я просто видел впереди, что мне моргнули несколько раз, и я... Да. Хорошо. Бог видит. Хорошо, все. Да, договорились, я поехал. Удачи. Продолжение